Так, всем привет! Сегодня хочу показать небольшое видео сделаю. Показать хочу, как я полирую язычки. Полировку, конечно же, производится после шлифовки, после окончательной шлифовки, чтобы не было таких каких-то зазубрений и так далее. Если эти зазубрения убрать после полировки, они будут видны. Поэтому лучше все зазубрить. Ой, зазубрить, говорю. Зашлифовать аккуратненько. Я шлифую сперва предварительным шлифованием. Это у меня есть. И вот такими. Это у меня есть на видео. И вот такими шкурочками наклеенными. Тоже я показывал, как я их делаю. Это 320-я шкурка. Аккуратненько ими шлифую. Ну и потом полирую. Ну сейчас заполирую, покажу. Полирую я обычной пастой Гоя. Ну, как бы после промывания ничего, никакого запаха не остается. В принципе, все. После полировки я с ним больше ничего не делаю. Как бы он таким и остается у меня. Тот полировальный у меня тоже работает, но только, блин, не могу нормальный круг найти. Такой волчный. И сюда не могу найти, и туда не могу найти. В магазинах всех смотрел, но не нашел еще пока. Ну, в принципе, после полировки она выглядит так вот. Показать даже как не знаю. В принципе, все блестит хорошенько. В общем-то так. И уже полированный я его вставляю, чтобы потом больше ничего с ним не делать. У меня стоит он и все. Ну вот, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.